причем. Ну, окей. Окей. Еще пока не погрустнело? Пока не погрустнело. Все отлично, кстати. Помнишь, ты говорил стол? Подожди. Я что, шутил, по-твоему? Что, там какие-то полоски угловатые, не знаю. Ага, до того он все. Полоски на столе настолько тонкие, что я буду порезаться от них. Ну, в смысле, не получал он мог полоски. О, Димир, я сразу ДЛП я не хочу играть. Почему? Потому что я не люблю Димиров. Я не люблю вообще против любой маны играть. Но против своих же любимых Димиров играть. Это как играть против Варлока в Хардстоуне. То есть ты знаешь, что у него карта лучше, и тебе завидно. Вообще-то давай уже доиграем, что-то. Чё ты не пацан? Ну, чё ты меня гонишь? Ты не гонишь, наоборот, ты си. Доиграй. Сломаешь капсулу. А, ну какая разница? Это че не здесь? Ну ладно, как скажешь. Хорошо. Не у тебя дома. Это мог откинуться. Эй, ну ты вообще зло делаешь, чувак. Ну чё ты такой грустненький? Ну блин! Ну блин! Ты погрустнелась? Блять, вот не нравится. Ну клянусь, что пока там грусть. Ну я делаю так, и делаю так. Конечно, сейчас придет у меня. Пройдут врата. Еще я сделаю вот так. Потому что ты меня расстроил. Ну, правда, изнутри будет. Да ладно. Я страну не люблю Галгари. Если что, можно сослаться на то, что я не умею. Что за мразь-то такая, ну? Сука. Это обязательно нужно скидывать две карты? Да. А, нельзя дома надо учить на карту не скидывать? Нет. Чё как-то погрустнело. Кажется, он тоже не любит говляри. Но это не спасет его от получения урона. Тебя что-то кто-то пишет? Да. Везде не сегодня кто-то пишет, я даже не понимаю почему. Я сегодня какой-то популярный. А, день всегда популярный. Ну, я не знаю. Ничего, он сейчас разыграет. У меня топичная ситуация, когда я тебя вспоминаю только один раз в году. И только когда я видит. Тогда помещение. Ты подожди. Мне очень интересно, что он хочет сейчас разыграть, потому что от этого зависит исход боя. Он ману не тапнул? Не тапнул. Но я ничего не разыграл. Значит, он сейчас будет что-то возвращать. А у него контрспел в руке. У него в руке контрспел. Сначала пойдем посмотрим. Сейчас мне либо вдруг что-то вернет. Либо если сейчас заюзаю, он надо контрспрейт. Ну потому что это Димиры. Если
5 карт у него по-любому будет. В принципе, я сам ничего не теряюсь. А если он это контрспелит? С другой стороны, можно потом, блин, ну сейчас сбросить мяч. Сейчас он что-то будет кастовать. Эй, у тебя дронат он сейчас с ним собой. Что это? Ну, он сам себя убивает. Во что ли? Ну, как бы тут уже одно хп просто. А, нет, стоп. А, он моя. Да, это просто. Это за. Я просто поражен. Вышел. Против меня вышел игрок, который. Это чистая антипаучья Галгари. Это вот. Это чист. Я просто в шоке. Что я могу? Я могу цикл. А, ну тут фото чё, я смотрю, это у меня на 6 фил ванеров. Пошёл. О, вот.